Шиповник для похудения. Рецепт компота. Шиповник известен благодаря массе витаминов и микроэлементов в своем составе. Напиток из шиповника обладает разносторонним благотворным действием на организм. Плоды часто применяются в диетологии. Их рекомендуют употреблять в различных системах питания, рассчитанных на похудение. Важно, что средство универсально. Его полезно применять без последствий тем, кто стремится уменьшить массу тела. Также шиповник поможет при ожирении и расстройствах пищеварительного тракта. Кроме отваров и настоев, в период диеты можно применять компот из шиповника. Напиток привлекает приятным вкусом и гарантирует отличные результаты. Он избавляет организм от лишнего, способствует выработке необходимых пищевых ферментов. Сахар, естественно, не используется. Ингредиенты. Плоды шиповника 4 чашки. Яблоки 200 грамм. Лимонная кислота 1 грамм. Вода 5 литров. Способ приготовления. Проварить плоды шиповника приблизительно 5 минут. Добавить яблоки дольками. Проварить до мягкости плодов. Добавить лимонную кислоту. Когда компот станет теплым, положить мед или фруктозу. Какой же эффект мы получим? Избавление от токсинов и шлаков, активизация обменных процессов, насыщение полезными веществами, важно при диетическом питании, и постепенная потеря веса. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.